Итак, сегодня в тесте пожаробезопасности будут два элемента литокала ЛИ-51С, который я уже тестировал. Сначала 100 циклов, потом еще прогнал 200 циклов. В итоге, короче, 300 циклов. Они есть в видео. Кто не видел, можете посмотреть. Это видео есть на канале. Я оставлю ссылочку в описании и закрепленном комментарии. Сейчас я сниму термоусадку, посмотрим, что там под ней находится. Возможно, даже никаких надписей нету. Есть какие-то отметины. Лазером сделаны. Зажимаю в тиски все, как вы просили. Когда я тестировал элемент 32700, он улетел и не было видно нормально, что с ним произошло. В этот раз все будет, надеюсь, видно. Один попробую смять, а второй потом проколоть. Кстати говоря, совсем забыл. Показать, что они заряжены. 14,17 вольта. Второй 14,18 вольта. Так, в сторону все ненужное. Ну, так, это нехорошо. Убегает. Сильно зажимать боюсь, чтобы раньше времени не повредить. Они, конечно, замучены уже, но емкость имеют около 3000 мАч из 5. Элемент 32700, помню, я смял вот в этом месте, произошло замыкание. Это прям не хуже. Да, это было эпично. Это было красиво. Я не ожидал. Ух ты. Так. Следующий. Хорошо, бахнул, хорошо. Так, этот я позамыкаю еще. Ну, сразу же отгорает. Так, неинтересно. Ладно, попробую. Опа, что-то там горит. Отгорело. Ведет себя так же, как 32700. Страшно.
все ради науки. Так. Белый и всякий разный дым из элемента вышел, и теперь он работать, ну, скорее всего, не будет. Я так думаю. Получается, элементы литокала 26650 горят, неплохо горят, поэтому лучше их сильно не повреждать. Кому понравилось, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях. А главное, будьте осторожны с литиевыми элементами. Эксплуатировать их нужно аккуратно, делать прочный корпус, стараться, чтобы элементы в процессе эксплуатации не повредились. Но таким вот образом повредить в корпусе элемент довольно сложно, вы согласитесь. Элементы в тех же самокатах загораются от того, что неправильно работает BMS, идет перезаряд, либо некачественные элементы изначально были, идет разгон термический и воспламенение. Тут прям... Да, это было эпично. Это было красиво. Я не ожидал. Ух ты. Так. Белый и всякий разный дым из элемента вышел, и теперь он работать, ну, скорее всего, не будет. Я так думаю.